2 августа наша страна отметила День воздушно-десантных войск. В этом году крылатый десант отпраздновал свой юбилейный день рождения – 90 лет со дня создания. В преддверии памятной даты глава района Роман Синеговский встретился с активистами Славянской общественной организации ветеранов ВДВ, поблагодарив их за большой вклад в патриотическую работу с молодежью, а также инициативность и неравнодушие к жизни родного города. Ведь именно благодаря инициативе десантников в Славянске на Кубани появился памятник герою Советского Союза, генералу армии, командующему воздушно-десантными войсками Василию Маргелову. Воздушно-десантные войска у нас на высоте. Мы вместе с вами построили шикарный памятник Маргелову. Я рад вас видеть и вот хотел бы в преддверии праздника 90-летия воздушно-десантным войскам поздравить каждого из вас с юбилейной медалью наградить. Юбилейные медали были вручены ветеранам ВДВ Олегу Ступишину, Олегу Шарову и Сергею Бурбыке. Сергей Николаевич, спасибо. Души. Спасибо. Спасибо. Служу России. Десантники поблагодарили главу муниципалитета за оказанное внимание, а также за плодотворное сотрудничество, которое сложилось в районе между общественными организациями и властью, пообещав, что и впредь славянские ветераны ВДВ будут с честью нести высокое звание десантников и заниматься военно-патриотическим воспитанием молодежи.